Дочекайтесь, і ви побачите. Не здатні довести дівчину до оргазму? Доведіть її хоча б додому. Або як розпізнати жіночий оргазм? У мене взагалі не було. У мене не було взагалі. У меня были такие девушки, которые не кончали. И довести их до оргазма было, ну, это все равно, что я не знаю. Все равно, что по ложке из моря воду. Сексологи підрахували, 50% жінок невдоволені своїм оргазмом, тоді як 100% чоловіків у своїх інтимних здібностях не сумніваються. При цьому не кожен хлопець відрізнить оргазм кліторальний від вагінального. А який відчували ви? Женщин, которые способны кончить вагинально, не так уж и там аж много и не пруд-пруди. Всем женщин способны кончить клиторально. 3 вагинально и еще 2 и так вместе. Чаще всего женщины испытывают клиторальный оргазм, но только, наверное, с очень опытным мужчиной можно испытать вагинальный. Но у меня такого никогда не было. Я, то есть, как бы, никогда не испытывала, и мне интересно, как это. Я хочу. Я недавно задумалась о том, что надо завести таблицу моих вагинальных оргазмов и клиторальных, потому что ведь для вагинального мне, например, нужен мужчина. А для клиторального совсем не нужно. Зачем? Я вообще сама справляюсь, причем получше кого другого. Но у меня за всю жизнь был только один мужчина, с которым мне нравилось в сексе. Вот с ним я испытывала и тот оргазм. А остальные все просто, ну, симуляция наглая. Женщины чаще всего не кончают, а врут, что кончают. И это факт. Есть категория женщин, которые считают оргазм – это что-то придуманное другими женщинами. Правда, абсолютно реально сталкивался с такими женщинами, которые это именно так и говорили. У меня взагалі не было. У меня не было взагалі. Ничего не было. Ніколи. Ну, я не можу про це говорити, тому що моя мама подивиться і мене буде, знаєш, била мене мама мокрими трусами за те, що я говорила сьогодні з вами про таке. Вагинальний оргазм – це не міф. Я знаю такі примери, і мені розказували навіть, ну, вже про жінки, які рожали. Тобто вже вони кажуть, от вагінальний я починаю спитувати, коли родила, вот стала чувствительнее. Тобто чому-то всі, от, які вже познали радость материнства, тоді тільки. Всі, які такі, скажімо, ще сирі, зелені, поки ніхто ще із якихось приятельниць, подружок. Я ж за всіми обсуждаю такі теми, ж розумієте? Оргазм? Треба загуглити, що це таке. Ну, насправді вони відрізняються якось? Ну, хорошо, клиторальний оргазм дівчина відчуває, коли стимулює сама або хтось стимулює її клитор, окей? А вагінальний оргазм вона відчуває, коли щось знаходиться внутрі її влагалища. А достичь уровня там клиторального или вагинального оргазма, ну, я не знаю, это особенности, наверное, женского организма, и в том числе, как женщина умело пользуется своим там воображением и телом. У каждого свои приемчики, и каждой девушке нужен свой подход. Кому-то нужно, кому-то можно сказать, ты была плохой девчонкой, а кому-то и заехать по лицу. Можу порадити єдине дівчатам. Якщо в них є духовна близькість, якщо вони зустрічаються з хлопцем, він робить щось не те, просто треба пояснити. Просто треба пояснити. І не так, так, коханий, давай ми з тобою сядемо і поговоримо сьогодні про мій клітеральний оргазм. Потрібно робити так, запхати свій палець ось так і поробити ось так. Ні, так не треба робити. Ну просто якось жартівливо, ну якось так по приколу це все. Ну щоб було класно. Слухайте, це ж моя бабушка побачить. Вона все одно не спить. Она такая, о, внучок рассуждает про вагинальный оргазм. Класс! Привет моим батькам, бабусе, дедусеве и всем, кто меня знает и любит. Дійти чи не дійти? Це чоловіки ледащі чи жінки фригідні? Я фригідний сплошь и рядом. Фригідний через одну. Не бывает фригідних женщин. Бывает просто неумелых мужчин. Вот и все. Грубо говоря, там, наверное, процентов 67
не удовлетворены, потому что не кончают. Либо не успевают, либо не могут раскрыться, расслабиться. Там куча, может быть, всяких психологических и физиологических причин, вплоть до несовместимости партнеров. Ну, на самом деле, фригидная женщина – это не та, которая бревно, это которая, в принципе, по физиологическим факторам не может получать оргазм. Мужчина говорит, что баба фригидная, когда он не справляется, дабы себя как-то оправдать. Раньше, я помню, я принимал это как вызов. Так, ты никогда не кончала. Ну все, значит, сегодня будет твой первый раз. И ты как чертов Марио 8 часов бьешься головой в эту стену. Короче, и нихера не происходит. Все равно ты чувствуешь опустошение и душевное расстройство. Нет, такое ощущение, что тебя выкинули, изнасиловали. И не знаю, ну что, ну это мерзкое состояние. Когда ты все механизмы использовал, и ты понимаешь, что... Ну, ты чертовски унижен и все остальное, то есть не хочется, в глаза стыдно смотреть просто. Не кончила, значит, ты фригидная. Я такая, окей, конечно, я фригидная. И беру при нем, такая, довожусь до оргазма буквально за минуту. И просто кончаю так, что он это видит, и это все пульсирует. Я такая фригидная, да, извини меня. Ну, то есть просто доказала бы ему сама за минуту, да, я фригидная. И положила бы $20 и сказала, спасибо, дорогой, пока, но больше ты не способен. Это зависит от умения мужчины. Мужчины, старайтесь и, по крайней мере, не кончайте раньше женщин. Поэтому, ребята, если кто-нибудь из вас смотрит эту программу и вы встречаете фригидную девушку, женщину, пожилую женщину или молодую, не связывайтесь с ней, дайте ей воды и выгоните. Світовий жіночий рекорд – 134 оргазми протягом години. Або як часто зустрічаються поліоргазми серед жінок? Женщины, которые кончают по 6-8 раз за половой акт, это просто награда для мужчин с маленьким членом, которые все время комплексуют, а, я удовлетворяю свою жену. А обычному мужчине это не очень хорошо. Порой у женщины ее первый оргазм – это лишь ступенька к продолжению ночи. И мужчина уж точно не должен сразу опускать руки и думать, все, работа сделана. Вот, чаще всего ее первый оргазм, если вдруг пошел потом в цепочке следующий, все, чувак, готовься. Там можно работать до потери пульса. Протягом одного статевого акту жінка реально, це доведено не тільки вченими, а й моїми подругами, жінка може дійсно отримати оргазм не однократно. Девушки, которые могут за один секс кончить несколько раз, встречались, и все они помечены в моей телефонной книжке звездочкой. Или как люди, с которыми мне хочется видеться чаще. Мне бы хотелось думать и верить, что я мог довести женщину до полиоргастичных таких состояний и схваток, но докорінно и 100% я не могу это подтвердить. У меня волны оргазмические подряд только когда я сама себя до него довожу, только когда мастурбирую, потому что с партнером у меня такого никогда не бывало, к сожалению. У меня есть знакомые, которые могут так сказать там, в разговоре, у меня за ночь было 5 оргазмов. Я сижу, думаю, Наташа, то ли у нас с тобой разные оргазмы, я после своего еще лежу 5 минут, и у меня ноги судорогами сводит. И мне так хорошо, что я о следующем еще и не думаю. То у меня не было ни разу, чтобы я испытывала многократный оргазм. Вот лично мне после секса, мне начинает человек, мне нужно его 20 минут не видеть. Потому что я превращаюсь в самку-богомола, и мне хочется его убить как минимум, он раздражать начинает. Я верю, что мужчина способен довести меня до таких оргазмов, просто иногда, чтобы вот как бы поработать, им очень-очень лениво. То есть они там знают каких-то набор совершенно скупых приемов, там, вот этих, понимаете, грубо говоря, и все. Они не понимают, что секс намного больше, чем сунул-высунул и все, там, потер там что-то. Это больше. Мужчины! Пікантно, гостро та інтимно. Шпілі-вілі – це те, про що говорять вкрай рідко або взагалі мовчать. Але нам вистачить сміливості. Завтра буде ще гарячіше. Решту серій дивіться на TED.TV.